Короче, ребят, ну это реально бан. Опять захожу 150 и сразу же лего. Ну, я не знаю, меня этот сервак просто тупо приглашает в гости, иначе здесь бездонатный аккаунт. Опять за 150. В прошлый раз мы здесь вытащили землеройку. Сегодня, ну, это, конечно, не там мега-супер-пупер-вау-имба, да, но это опять же... Где там у нас? В какой он пачке? Не, он где-то, по-моему, наверху. Вот, профессор Рибит, ребят, с бесплатки, просто тупо с бесплатки я получаю еще одного недостающего героя. А, блин, ну честно скажу, я просто в шоке. Вот, я в шоке от того, насколько здесь обалденно падает. Дофигище расходников, дофигище всего, и вот, две розы уже собраны. Ну вот, пожалуйста, да, это не топовая легенда, но это с бесплатки. Второй раз подряд утром, ну причем разница там пару дней. До этого мы отсюда вытащили землеройку, и мне здесь реально не хватает Фреи для полного счастья. Вот Фобушка есть, землеройка есть. Космический сервак, реально, вот немка-немка, все говорят, ну там так себе леги падают. Но вот с бесплаток просто тупо сыпят, плюс возможности собрать топовых героев, ну здесь просто офигенные. Ну, конечно, Тайванька, само собой, сейчас за счет Зефира бездонатного тащит, но это просто космос. Так, что я хотел? Я хотел сегодня попробовать здесь начать, не начав, не кончишь, начать хотя бы проходить постепенно. У меня тут герои, в принципе, более-менее интересные есть уже. Попробовать попроходить... за пределы, дойти хотя бы до адского режима и уже скоро начать фармить, потому что, ну, надо. Так, делаем команду. Герои здесь, конечно же, не вкачаны особо, но я думаю, это не проблема. Мы это все исправим очень быстро, такими темпами. Давай, Махатмушка, вали их. О, мой, нифига себе, нас там прессанули жестко. Я психанул, походу. Жестко. Это было жестко. Не, ну, наверное, мне тут... Вряд ли что-то светит с такими героями. Хотя, в принципе, с одной стороны... Ворожей не затащил. Но Розочка и Махатма, они, по идее, вдвоем могут тащить. Сейчас посмотрим, что дальше. Ну, хотя бы надо начать фармить, потому что другого варианта нет. Надо делать эволюции хотя бы. Силы-то дофига. Я буду ржать, если Роза соло будет сейчас тащить. Хотя, в принципе, все возможно. Почему и нет? Силы немного, герой хороший. Правда, всех она соло не ушатает. Думаю, тут без вариантов. Хотя она процентуально бьет. Вообще отлично. Видите, что делает? Нафиг мне тут Фрея, скажите. Тут, наверное, ее ушатают, скорее всего, эта пачка. Да, молчанку накинули. Нифига себе, вот эта красавица. Жестко. Реально жестко. Фига себе, мне это нравится, реально. Так, у меня здесь смотры даже не активированы.
28 тысяч. А у нас 23. Нам не хватает немножко. Ну ладно. Я, честно говоря, удивлен. Сейчас я гляну, что там у меня по прокачке на ней. 9-9-9-9. Ну хорош. Реально тащит. Здесь ничего не вкачано. Как видите, iPad и все остальное. Я здесь просто ничего не качаю. Я просто здесь захожу и в кайф получаю героя. Так, ну тут хрон, тут, наверное, вынесут. Тут вольт. Одержимый. Тут, наверное, блочку сейчас закинут. Хотя, в принципе, суперпэд должен нас спасать. Огонь. Вообще огонь. Так, шапка. Нифига себе. 4 феникса, это как? В одной пачке. Это что за прикол? Первый раз, кстати, такое вижу. 4 феникса. Что за бред? Ну, что я могу сказать? Роза тащит, ребят. Супер пэта поставил. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть нам не хватило. А чё я парюсь? У меня же есть еще герои. Изи. Ну, начало есть. Башка не осилим. Ну, тут уже пошли эволюции. Да, тут мне уже ловить нечего, по сути. Хотя не, посмотрите, что Ронька делает. Роня вообще красава. Блин, а реально можно и Ронином проходить без проблем. Главное, чтобы отражалок не было. Смотры активировать. В принципе, без проблем Ронин тоже может тащить. Сделать правильного Ронина на мелкой силе. Его фиг сольют. Смотром добивать. Как вариант, почему? Чем плохая тактика? Кстати, надо будет это, ребята, наверное... тоже затестировать для тех, у кого... О май гад, что они рекламируют? У кого мелкая сила, попробовать создать смотра. Может, мы на этом аккаунте это и сделаем. Попробовать смотра, сделать хорошего Ронина, вложиться в него. Сделать, прокачать ожог, поставить там... хорошую эмблемку, чтобы его не сливали, и смотром сливать, в принципе, как вариант. Единственное, конечно, это не проканает против Фрей, но думаю, будет good. Но Роза, конечно, красавица, однозначно плюс. Блин, надо суперпэтов повыставлять, чё я парюсь? Реально, суперпэты же офигенно тащат. На такой, тем более, силе мелкой, это однозначно плюс. Они просто тупо не будут давать бить. И хилить будут офигенно. Вот даже такой вариант отлично зайдет. Ну, тут уже 96-е пошли, но в принципе это не беда. Посмотрите, как суперпэты офигенно срабатывают сейчас. Вообще без проблем. Надо еще смотры активировать для полного счастья. Вообще будет отлично. Супер, мне это нравится. Вот тот, именно тот вариант, когда супер питомцы даже первого левела намного круче, чем твои герои. Они просто тупо не дают ударить и дают им возможность активироваться первым. Так, тут вольт у нас уже, нифига себе, пачки пошли.
Посмотрите, вообще просто изи. Вот это нормальный подгон. Мне это нравится. Нифига себе. Подбашка сразу ушатался. Он что, с отражалкой был, что ли? Блин, чудесно вообще, мне нравится. Такой состав, и мы без проблем пока прошли. Но это понятно, это начало только, это не адский режим. Там, где можно просто офигеть с одной тычки. Но здесь мы себя чувствуем очень даже комфортно на такой силе, без прокачек вообще. То есть у меня нету тут прорывов, там еще какой-то хрень, просветов. Здесь просто он... ой-ой-ой-ой-ой, напал на Фрею. Да пофиг Фрея, до свидос. Блин, круто. Давайте, наверное, резнемся. Отлично. Что я могу сказать? Супер пэты ребята тащат. Блин, супер. Ну, таким образом попробуем дойти. Возможно, дойдем. Кто его знает. Так, тут сейчас нам надо будет немножко пободаться. Хотя, в принципе, если нормально... Ой-ой-ой, Махатма улетела на отражалке. Ну, Анубис тут ничего не сделает. Без проблем вообще. Огонь. Начало есть... В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, снимки. Всем удачи, всем пока.